Как зафиксировать топор? Сделаю себе ручку длинную из акации. Хорошее дерево, крепкое. Но проблема всегда в том, как заклинить. Дерево усыхает, топор болтается. Тем более он у меня лопнул. Здесь вот проварено. Сильно расклинивать опасно, чтобы опять не разорвало. Ну, короче, вот просверлила здесь дырку насквозь. Закрутил обычный болт. Все, на века. Вот. Топор болтается, оно никогда не слетит.